Акс. Пам-парам. Кажется, фиты с молодыми хайпер-поп. Артисты, друзья, да, сегодня пулап на алые паруса, поэтому, друзья, подписывайтесь на канал ночью. ИРЛ, лайвстрим, рейд на алые паруса. Будем ходить, заебывать выпускниц, прикалываться с выпускников и вообще, так сказать. Во сколько, не знаю, ну в 12 в час, где-то так примерно. Думаю, что так. Вот, ну и посмотрим вообще алые паруса. Кажется, сегодня фиты с молодыми хайпер-поп-артистами уже стали трендом, и мастер-поп жанра мука явно не готов отставать от последних веяний музыкальной моды. Объединившись с законодателем электронных частот Лоунер, мука представляет свежий трек «Зеркала», пронзительное откровение абьюзера, в полной мере осознавшего разрушительную суть своей натуры. Выстраданно надрывный припев от муки и бешеная харизма Лоунер на куплетах, стильный инструментал и острые смыслы. Этот релиз определенно заслуживает вашего внимания. Ну, на Дристале, кстати, нормальное описание. Не такой ужас, как обычно бывает. Давайте послушаем. Законодатель электронных частот. Давайте. Я бью зеркала и живу в темноте. За что ты так любишь ту тьму, что во мне? Все то, что во мне, так сводит с ума. Но когда со мной ты сгораешь сама. Оставь меня, не спасай этот бред. Я должен чувствовать боль, чтобы творить этот свет. Оставь меня, черной ленте кассет. Я хочу растворяться в дыме от сигарет. Стал холодным ко всему. Как погрузить? Как подруги, как останешься здесь, пока я не получу. Если уйдешь, я пойду за тобой. Я не любовь. Йоу, привет. Салют. Хотелось бы узнать твое мнение на два моих трека. Старый, с удовольствием чекну, но треки чекаю от 300 за один. Мы деньгососы, брат, прости. Тут надо крутиться. Надо крутиться, иначе я никогда не накоплю себе на монитор, который не выключается в процессе стрима. Но за донатик спасибо. Друг, завтра уже не друг. Я погибаю от пламени этих глаз и внимания. Осталось 5 минут, я смерти не боюсь. Я бью зеркала и живу в темноте. За что ты так любишь ту тьму, что во мне? Все то, что во мне, так сводит с ума. Но когда со мной ты сгораешь сама. Я бью зеркала и живу в темноте. За что ты так любишь ту тьму, что во мне? Все то, что во мне, так сводит с ума. Но когда со мной ты сгораешь сама. Моя пуфка, ты заметил, угрешен, одинок. Московская эстетика, дешевое вино. Дешевая эстетика, московское кино. Но шмотки и косметика не скроют твою боль. Мукич, легенда, рифмовать вино и кино. Сука, домино бы еще реально подразъебал. Вопрос, да, согласен. Вопрос. Тогда хат. Старый, базиба огромное за 200-очки докинул. Все, принято, понято, сделаем. Давай, скоро. Ща, дослушаем мукича. Иди, я покорю этажи. Я упаду, как мешок. Я синий, как негатив. Паутина за комодом души. Мне не отмыть ни за что такой тряпкой, как ты. Я бью зеркала и живу в темноте. За что ты так любишь ту тьму, что во мне? Все то, что во мне, так сводит с ума. Но когда со мной ты сгораешь сама. Я бью зеркала и живу в темноте. За что ты так любишь ту тьму, что во мне? Все то, что во мне, так сводит с ума. Но когда со мной ты сгораешь сама. Мне так сводит с ума, но когда со мной ты сгораешь.
Вот я не очень понял. На самом деле, мне понравился Мукич, и мне, честно говоря, не очень понравился Лоунер, но, возможно, дело в том, что человек обычно делает хайпер-поп, а это обычный, ну, просто вот, типа, классический то, что сейчас рок, такой вот, типа, поп-рок, да? И где хайпер-поп-то, собственно? То есть, тут, как бы, в пресс-релизе... Ну, то есть, странно, чувак, который делает хайпер-поп, попадает не в свою канву, и очевидно, что у него там не прям супер получается, честно. Мне Лоунер прям не понравился, а Мука, но он, блядь, охуенно делает поп-рок, охуенно делает припевы. Тут все как бы на местах. Но, не знаю, по итогу довольно смазанное впечатление получается от того, что я прослушал. Хотя, говорю, Мукич приятный, в целом трек ничего, правда, ничего, но... В целом это решение довольно странное, скажем так. Вот. Такс.